Хей, йо, гайз, с вами Шипки, и мы продолжим Reddit Rule по названием Borderlands The Pre-Sequel. Окей, в прошлой серии мы одолели... тёлку. Взорвали глаз, если что, я продавал вещи. И теперь у меня вот такая есть пушка, ну, с которой, поняли? У нее довольно хороший урон. Больше, чем даже у нас 6 снайперки. Это, знаете, револьвер, как в первой части, когда мы играли. Не, ревик охерительная вещь. Я вижу там задание вдалеке. Давайте туда забегаем, возьмем, посмотрим, что там у нас. Если, как обычно, ничего ценного, либо какое-то дерьмо, то просто уйдем оттуда. Главное, чтобы я шел в правильную сторону. Да, я иду правильно. А, вот это? Кусок глаза. Вся королева рать. Все хорошо, ничего страшного. Мы тебя почтим. Нет, нет, мы восстановим. Восстанови! Ну же, иди, иди! А, мы будем... Ой, чуть не пал. Будем пытаться восстановить глаз. Не, ну пока что я этим пистолетиком попользуюсь. Так, мне нужна лестница наверх. Наверх. Идите в сраку со своим притягивателем. Кусок глазика. И будем восстанавливать его. Не, ну он красиво выглядит. Блин, я даже хочу его осмотреть. Так, осмотреть. Он классно выглядит. Четко. Твое мнение очень ценное. А теперь иди. Сказал Джек. Так, давайте через эту пройдем. И телепортнемся. Походу, вот это я вам говорил. Навряд ли это будет конец. Ну, как сказал Джек, хранилище уже открыто. А, КФ. Только я хочу... О, ништяк. И? А, ладно, это должно хватить. Теперь иди на отдел НИР и восстанови. Слушай, это не... Делай, что тебе говорят. Не думай, не сомневайся, просто делай твою мать. Окей. Теперь отправляемся в исследовательский центр. Ага, все-таки он наверху, да, там? Ох, неужели мы отсюда выберемся? Так, исследовательский центр. Быстро пробегаем, все делаем, возвращаемся, отдаем глаз. Может быть, его восстанавливаем, может быть. Едем дальше по сюжетке. Я не хочу, типа, идти мужику тому возвращать всякие оружия. Помните, где мы брали какое-то задание, где нам нужно 50 ширпов? Ну, это типа белого оружия. Я считаю, это тупо. Еще какое-то там было задание, тоже глупое. Так, это получается я 3 видео сегодня только засниму. И пускай там отрендерю еще 2. Иди в любую биолабораторию, восстановим глаз, и мы его испытаем. Никаких вопросов, все получится, я уверен. Как далеко бежать? Окей, это не очень так долго. Поэтому в путь. То, что он медленно бегает только, вот это меня бесит. Так, сюда, сюда.
кажется, не тогда пошел, вообще не так. Да, окей. Лишнее только побегал. Не кусайте меня, твари. Так, наискось, наискось. Ой, вот это вот херовина опасная. Ну вас нафиг, ну вас нафиг. Надеюсь, чашку при мне что-нибудь типа того. Я не успеваю читать и играть, мне нужно одно и что-то из двух. А хорошо, просто замечательно. А теперь шей их вместе. Там же минус сетчатка глаза. Отлично, вроде все шили. Теперь установи его в опорную. Осталось чуть-чуть. Теперь переставь. Так, где-то поблизости должна быть лазерная пушка, уменьшенная проход. Так, приходите, уничтожь свою творческую кучу. Так, ты хочешь, чтобы я лазером, да, я убил? Давай. Быстро. Готово. А, твою ж мать! Я убил! Не нахрен! А, прости, прости, Павел! Павел? А, что повел себя как озел? Возвращайся за наградой. Хорошо. Так, тебя давай мы все-таки поменяем на базуку взрывную. А тебя вот так. Мощно, мощно. И главное, что она работает то же самое, как и снайперка. Только у нас разброс побольше будет. Но зато у нас перезарядка довольно быстрая. И скорострельность у нее охерительная. Мне бы, конечно, легче было просто умереть. Банихопим, банихопим. Так, осталось вернуться. Не замедляй меня, тварь. Теперь целый час у нас терешло. Я не понял то, что у нас типа мини-глаз возродился. Не, пускай они типа уйдут, я хочу еще глаз убить. Привет. Kind of. Блин, жалко то, что я до хера иридия потратил. Когда нечаянно, так сказать, открыл ящик. Потому что что? Правильно. Так бы я сейчас улучшил снайперскую винтовку и даже револьвер на максимум. Кофе Джека. Что мне нужно сделать? Мне нужно сейчас будет вернуться в город, самый первый, где мы были, поменять внешность, так как мы получили что? Правильно, голову. И скорее всего мы еще получили одну голову еще давно. Это у нас легендарная, а то мы еще получили какую-то. Нужно будет вот ее проверить. Ой, тут квест есть. Так, карта снова на расписании. Сестерам нужна помощь вашему ловкого и здорового тела. Здорово, путешественник. Пушечное место, мы готовы предложить строительство внутренней обшивки на рабочем желающем. Если посрать. Ладно, давайте
Побежали тогда выполнить это. Эти глаза мы добились. Так, вернуться в вены Гелиоса. На 30 секунд я должен буду это сделать. Поехали. Конечно, не то место, куда мне нужно, но окей. Железяка может создавать мощность. Так, манифрага, который будет сражаться на вашей стороне. Кстати, если у вас заканчивается воздух, ищите пузыри с кислородом или генератор воздушного купола. Или оставайтесь в здании. Ну, сейчас на самом деле мы вообще почти на... не находимся где-то в космосе, в открытом таком. Хера так далеко? Бед. Нет, слишком долго. Ладно, сходим, но давайте хотя бы... Так. Как он называется? Конкордия, во. Сходим в Конкордию, давайте лучше тогда револьвер. Если у нас на того уже пошло. Или снайперку. Не знаю, посмотрим, на что мне хватит. Лучше на базуку. Базука довольно жесткая. Вы можете расставлять свои маршрутные точки на экране карты. Но они все равно ничего такого в основном не дают нам. Когда будете в Конкордии, не забудьте расставить так, книги. Ныне книги. Так, и здесь мне интересует вот что. Внешность. Ага, да, у нас две новые шляпы. Знаете, давайте я вот эту маску возьму. Она, знаете, похожа из на баншу из этого, на дотки. Костюмы. Но для этого костюма быстрее подойдет вот этот. А что-то еще есть? А, маска автоматически тоже меняется. А я думал, маска сразу там. Мне жалко, что нету чисто черного. Я бы чисто черное делал. Окей. А, не, я вот это да сказал, буду. Там. Так, теперь мы бежим. Нихера там крови. Она там всегда была? Пипец, я летать начал высоко. Так, 38. Снайперка сколько? 20 стоит. Можно снайперку, в принципе, вкачать. Мы же снайпер, по сути, в какой-то степени. Просто снайперку тогда буду использовать другую какую-то. Я револьвер не вижу. Может, у нас пули эти тратятся? Давайте тогда вот так сделаем. И так. И базуку возьмем на раз. Пипец, я походу так давно не играл с полетом, что забыл, как оно уже. Так, берем в центр производства. Туда ты хера бежать. Если что, конечно, этого я не сделаю. Можно обрезать видосик будет. Ну, именно убрать тот момент, как я телепортируюсь, как я вот это все говорю. Как я буду сейчас бежать до туда, куда нам нужно. Ладно. Понятное дело, что мы уже почти подходим к концу. Мы будем мстить. Ну, мы теперь поняли, почему Джек стал в какой-то степени злым. У нас, в принципе, еще в дальнейшем будет ждать две истории. Borderlands. Это у нас сейчас пресиквел. Потом мы будем вторую часть с вами играть. Блин, нужно релить снайперку другую. Снайперка это хорошая, но она... Мало. Я скоро апнусь еще плюс.
Бац, бац, бац. Нужно будет все вкачать в урон. Что я могу сделать там за 30 секунд? Мне вот это сейчас интересно. Wains of Hills. Ну, типа за 30 секунд я могу по платформам попрыгать. Наверное, там что-то запустить нужно. Обычное оружие высокого уровня может обладать более высоким балансом. Корпорация Адаль экспертил своих солдат по последнему слову военной технологии. Честно, стоят только баражные, бараги, вооруженные. И... карантин заново изолирован. Теперь нужно будет проникнуть в технический. Тебе всего лишь нужно будет нажать пару кнопок. Это что, ну, если только пару кнопок, давай. Нихера. В принципе, это не так далеко. That's so if you die, we can send someone who isn't an idiot to do it correctly. The second button seals the doors, preventing you from jeopardizing the rest of the station and using up their oxygen. Breathing is a privilege, not a right. The third button will open access doors to the superstructure. It'll also vent all the atmo, which means you won't have much time to release the bots before the failsafe kicks in and resets everything, or you suffocate. Yeah, the latter will be more fun. Finally, to bring the atmosphere back, you'll need to turn on the force field for each access. Мне нужно снайперку менять. Моя уже все устарела. Давайте эту тогда использовать. Электрическую. А, берись за работу. Вводите в ремонтный комплекс. Давай быстрее тогда лети. Тогда не буду тратить ни минуты, побежим. Давай, побежали. Понятно, что все дело сейчас еще на паузе, но все же. Тихо. Так, сундук открываем. Базука. Береги, куда дальше? Куда мне дальше? Дальше. Непонятно, ладно, походу возвращаться. Походу только так, ладно. Меня вообще куда-то хер знать закинет. Надо посрать. Погнали внутрь. Давай. Я внутри. А, отлично. Ага, вот проход. Я постоянно забываю, где тут проход. Давай. Он довольно далеко летит.
подлетает высоко очень. Наконец-то. Да не эту кнопку идет, какая-то дура. Новый уровень, ништяк. Так, хорошо. Теперь это? А потом мне нужно будет валить. Ты умеешь считать до трех. Потрясающе, никогда не было под... Тихо. Я понял. Да я успеваю. А теперь выпуски роботов рабочих, и они проведут. Хорошо, теперь роботов выпускаем. Так, сразу давайте я апну. Тебе этот. До конца. А, урон от стрельбы от всего. А, точно. Окей, тогда все норма. Вот это я тоже, наверное, буду при стрельбе снайперской винтовки прокачаю. Пули начну, наверное, вкачивать. Так, поехали. Шанс тихой атаки урона. Считай. Емкость урона ближнего боя. Урон от гранат. Заряд от заряда. Урон от гранат. Скорость перезарядки. Урон, шанс тех урона, скорострельность. Right well, давай. Now move your stink-ridden mass to the quarantine zone. The worker bot will get you inside. А, так у меня нету здесь кислорода. Ты ж ё-моё. Так, тебя тоже, да? Я сейчас сдохну. Ну хотя бы это кислород могу зарабатывать. Мне это радует. Я вообще лечу не туда, куда надо. Улетели. Мне нужно понять, куда мне идти. Куда мне, ёлки-палки, идти? Они не попадут все равно. Манать. Ой, простудился. Так, по сути, где-то здесь. Или с другой стороны помойки.
Походу, да. Походу, здесь теперь. Походу, да, теперь здесь. Или нет, я что, я не понимаю. Как надоело это все. Ну, дверь, ну закрой ты сраную. Мне нужно понять, куда мне идти. Пипец, у меня теперь патронов, только 7 патронов, а здесь сколько? Да. Патронов у меня много. А, блять, я от мусора просто этот освободил. Have been sucking up oxygen and retirement benefits for weeks now. Terminate them. Мне кажется, я заразился чем-то. Воу, воу, воу. Все, 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 валим, валим, валим. Что? Снять блокировку? Вау, 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 вау. Почему ты здесь вообще живешь? Я выступил этот вирус. По крайней мере, запрещен, но он сказал мне, что для безбашенных... Так, конечно, нужно уничтожить. Не так жаль, что жаль. Прошу тебя, спаси моих друзей. Заморозь их инфекцию и притащи сюда. Можно я? Спасибо. Окей, давай тогда вместо тебя, да? Хорошо, у нас в инвентарь с вами добавился новая пушкенция. Со льдом. Да? Это. Not the regular bullets. Don't shoot them to hurt them. Learn some manners. Worse. Тихо. Подожди, нужно замораживать их. Да.
Это оружие точно не для меня. Нет, заморозь их, говорит он мне. Хотя чёрт. А что я подобрал? Я по сути подобрал пушку. Ну где она? Скорее всего, вот это она. О! Такое у меня первое оружие. Да все, я уже все заморозил, заморозил. О, да, спасибо за доставку. Не, вот это на самом деле прикольная пушка. Давай. Все спрятались за добрых жуков, паразитов. Они проникли в наши тканы. Полезли в чушь и баловал дам. Давай, полетели. Воу-воу-воу! Давай, идем. Ого, тут новый вид врагов, безбашенные. Давайте ему поможем. Я вижу их, вижу. Это вот это? Так, стреляйте в мозговитую. Ладно, лучше с пистолета. Бить мозги же. Ты можешь мне объяснить, как мне их убивать? Я не пойму, как их убить. А, то есть тогда мы не сработало. А, давить их. А мне что, насколько нужно высоко подпрыгивать? Да уж. Не работает, не работает. Узри ветер, почувствуй радугу. Не прощай никого и привези воздух. Хорошо, время воздуха. У меня уже весь экран заражен. Ох, это все зависит.
Честно? Они хрипят. Они хрипят, что они меня не остановили. Довольно. Эпидемия... Типа конец. Все, возвращайся. Типа... Ты себя хорошо чувствуешь? Я чувствую себя... Слушай, ты инфекцию, мне кажется... наоборот. Мне кажется, ты наоборот инфекцию начала распространять, слушай. Их. Это было западня с самого начала. О, как же я обожаю. Совершает так изумительный вкус. А, то есть ты меня обманул, тварь. Да, да. Ты тварь. Сюда иди. Ой, заразы. То есть меня обманули, да? Мне нужно было их сделать, обмануть вот так. Нет. У меня был отличный план, говорит он. Ну это если переводить то, что именно он говорит. Так, задание выполнено, окей. Она проникла в мою голову. Заказывай мясо. Ну кто бы кого облаждает, она подает меня. Лам-лам. Мне теперь нужно понять, куда идти. Так, давайте понимать, куда идти. Так, мне нужно обратно. Но где это обратно? Где это обратно находится? Где обратно там находится? Да, вижу уличку. Значит, полетели. Вот это я не, вообще не понял, куда. О, они там строят что-то. Давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Но не стоит того, чтобы меня стреляли. Быстрее, быстрее, быстрее. Если я сейчас сдохну, я просто не знаю, где я появлюсь. Да хотя бы примерно я знаю, куда бежать. Так, просто по прямой бежим, да и все. Вот уже и выход. Да, вот это западня была. Жалко, что тут быстрого перемещения нету. Так, белый, зеленый, синий, фиолетовый, оранжевый. Не то, это единственное сейчас. Так. Нет, это не детская считалочка. Это система цветных
градации добычи по редкости. Снайперское оборудование усиливает щиты, поскольку когда щит полностью заряжен, выстреливается и наносит большой урон. Училище щиты. Училище. План. Скат может выполнить бла-бла-бла, бла-бла-бла. Все, мы идем с вами на выход. Да? Да. А, мы идем по сюжетке. Ну, кору... Офи Джека. Кору же это 50 ширпа, где мне нужно. Ладно, давайте к Джеку сходим. И закончим. И дальше пойдем в следующей серии по сюжету. Давай, 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 давай. Джеки, Джеки, Джеки. И там как раз же есть у нас машина быстрого перемещения, поэтому мы оттуда сможем уже десантироваться туда, куда нам нужно. А это... пустыню, где мы с малым играли в гонки. Кажется... А, еще мы там раздавали листовки. У нас было вот это и это. Готово. Научись строить, да, хорошо. Вернуться в вены Гелиуса? Не-не-не, её же все. Я возвращался в вены Гелиуса. Что мне нужно, просто скажите. Давайте вот так я телепортнусь. Если там дерьмо, мы закончим. В следующей серии я уже продолжу в локации, которой мне нужно быть. Так, получил урон, буст... Серные щиты часто сбрасывают бустеры, с помощью которых вы сможете подзарядить щит. Херня в том, что щит мощный, да, ну именно по количеству брони. Но сам щит, именно эффект щита, типа взрыв в разные стороны. Что от меня вообще хотят стоять? А, там вообще два задания у меня. Не хочу. Ладно, давайте на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и комментируйте. Сейчас мы с вами появимся. Я стану около работающих железяк, которые работают, именно работают. Ладно, они работают в рабочем состоянии. Короче говоря, вот так. Поэтому... как-то так. Всем пока.